Вот сегодня я до оврага дошла. Вот он идет у нас. Река пока мелкая. Попробую вот спуститься здесь, пройти на ту сторону, погулять. Посмотрим, что получится. Ну что, спустилась я. Вот схватила сюда эту ветку и сползла прям вот так вот по этой дорожке, по тропинке. Не знаю, правда, как добираться буду назад, но, наверное, скорее всего, не здесь уже, а в другом месте. Вот он, овраг, до которого мы все время доходим. Я давно уже хотела здесь пройтись, но как-то все смущалось спускаться. То вода большая, то сейчас вот как раз воды нет большой пока. Ой, кушинку пить захотела, все, пошла. Пошла в воду. Вот тут глубоко видно, вот в этом месте. Вон там далеко, далеко дальний пляж. Ну что, пойдем здесь. Здесь мелко, вот здесь вот он, ручей какой вытекает. Здесь родник. Вот даже вода холодная, прям ледяная. А я хочу попасть на этот берег. Ну-ка, вот здесь сейчас пройдем. Заодно попробуем водичку. Ну, водичка прохладная уже. Вчера теплее была. Ну, ночь холодная. Теперь... Ох, холодная водичка-то прям. Ох, вчера теплее была. Идет моя девочка за мной. Молодец какая. Ну, все. Ну, вот это можно сделать только когда маленькая вода. Ну и пойдем прогуляемся. А то все время вон туда встанем, посмотрим вот на эту красоту и уходим назад. Ну, сейчас погуляем. Вот пойдем вдоль реки. Вот какой высокий берег. Ветерок сегодня. Ну и, конечно, рыбаки. Куда же без них? На реке Псикупс. Что-то там вылавливает. Здесь мы, наверное, не так далеко пройдем. Вот, по-моему, все. Дальше мы не сможем пройти. Вот здесь тропинка есть. Посмотрим. Ну все, вот. Вдоль реки уже здесь не пройти. Нужно назад возвращаться. Лапшинка. Ну, сейчас мы дальше туда пройдем. В обратную сторону пошли. Сейчас еще не на том месте, куда заходили, зайдем. А чуть дальше пройдем. Здесь недалеко прогулялись. Вот где камни-то для декора надо собирать. Плоские. Большие, но есть и маленькие. Я себе 4 штуки взяла, но у меня сумочка маленькая. Не думала, что здесь найду сокровище-то. Ведь возвращайся с рюкзаком. А, классные. Вот какой, например. Он, может, и некрасивый, его отмыть надо. Но он плоский какой. А у меня же еще одна лоджия есть. Вот там надо отделать порог. Вот такой у меня
камень плоский. Видишь? О, классные камни. Ну что, мы опять пришли к этому месту. Раньше мы ходили вот здесь еще, проходили. Сейчас попробуем пройдем в ту сторону и выйдем там в той стороне. Если получится. Здесь похуже идти. О, кто-то камней натащил сюда. Так, ну что. Вот здесь попробовать по воде пройти. Тут вот осока. Да кого он, пушинка-то нормально там бежит. Она не хочет по воде. Ой, лягушечка шлепнулась, шмякнулась. Главное, чтобы там сильно глубоко не было. Посмотрим. И меня, и Узи сосала. Голос еще не пришел в себя. Даже как долго отходит, тут уже неделю назад заболела я. Вот только остаточные явления. Нос и вот исчезнувший голос мой. Такой грубый стал. Сын-то уже тоже выздоравливает. Ой. Ой, вот здесь вот как-то не очень. Так, сейчас пока телефон уберу. Ну, здесь-то я уже не пройду. А вот тут тропинка есть. Ой, 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 ой. О, вышли на тропинку. Нормально, вот, да, да. Вообще мы здесь ходили года два назад с Пушинкой гуляли. В прошлом году возможности погулять на этой стороне не было из-за наводнений. Там то наводнение, то грязь. И вода большая была, и пройти невозможно было. Вы скажите, зачем мне это? Ну, вот не зачем. Так вот, я такой вот я человек. Вот безделью ходишь, мучаешься, чушь. Иди уходишь, да гуляешь, где попало. Так, ну что, вон дерево у нас упадшее. А мне вот на этот островок надо перейти. Попробую перейти. Надеюсь. Ну тут дно-то видно, но я дело в том, что тут в таких штанах, а не в платье. Сейчас посмотрим. А, нормально. Он даже по колено не будет. Самое главное, чтобы по колено не было. Ну что, мне намочу, подумаешь. А вот там лестница есть. По ней можно забраться будет. Вот он, конь мой. Вот она поплыла, поплыла. Это она молодец какая. Да, молодец. Молодец. Ой, ой, ой. Пушинка. Ну иди вон на сушу-то. Для меня прям надо обтряхнуться было. Нет, вот так вот ходишь по воде, ты нормально уже к воде привыкаешь, ну и холодно. Да, она не холодная, ну так прохладная, конечно. Ночью-то холодная сейчас. Вчера я уже говорила в прошлом видео. Сегодня вот 6 сентября, 5-го прям похолодание резко было. Сегодня уже выправилось, все. Конь-то забрался на 4 лапах, а вот заберусь ли я? Да еще скользкие. Да, вон она и уже испустилась. Но здесь народ тоже купается, спускается. У кого здоровье есть, спускаться. Здесь везде купаются летом. Вон он, дальний пляж. Вон он, солнышком согретый. Здесь-то мы, конечно, уже не пройдем. Хотя можно было, может быть, по той стороне пройти, перейти потом. Но я не знаю, там дороги. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она опять у нас. И грудь напала опять. Что там унюхала? Ой. Ну ладно, буду пробовать. Да, Пушинка, да, да, вот так вот знаю, да. Но у меня еще 2 лап нету. Ну, значит, у нас будем лапы приобщать свои передние и задним помогать. Ой, отключусь.
Фух. Ценой невероятных усилий, можно сказать, на четырех костях забралась я по этой лестнице. Ну вот, теперь пойдем еще на дальний пляж заглянем. Вон оттуда мы пришли, с того берега. А теперь сюда идем. Все-таки чувствуется сентябрь, дети пошли в школу, их нет. Взрослые из отпусков выходили. Ну и прохладно. Вон, пустой пляж-то. Обычно в это время уже кто-нибудь доплескался. Я этому очень рада. Не люблю людей, когда много. А здесь его обычно всегда много. Там где-то лестница была, куда добрый человек сделал. Сейчас спустимся. Раньше все обходить надо было, а сейчас не надо. Ну что, вот лестница. Пушинка куда-то убежала, уже не знаю, куда она. Пушина! Я спущусь сейчас по лестнице. Она уже там с другой стороны сбежала. Дурище напало. Смотри, что на собаку. Все, иди, вниз иди. Куда побежала-то опять? Смотри, что пыль подняла. Спускайся вниз, я потом за тобой. Иди, спускайся. Спускайся вниз. Ну и ладно, пойду одна. Ну все, спустилась я. Еще раз спасибо людям, кто выкопал эту ступеньку. Здесь тоже есть ступеньки, но спускаться и подниматься, это прям совсем здоровье надо. Физическую подготовку. Так, ну что, идем. Вот. Ну, там мы походили, вот в той стороне, на том берегу. Вон островок, на который перешла я с того берега. Это набегавшийся чумазей. Сейчас в речке будем ее накупывать. Да, Пушина? Устала, устала девочка. Хорошо, пусто. Небо голубое, в отличие от вчерашнего, в тучах. Никого. Красота. Обожаю, когда никого. Кстати, вот, казалось бы, тут одно и то же все, но вот камней таких нет, как там. Таких, что плоские были, большие по размеру. Ну, есть такие, но они не такие. Они более выпуклые. Ну, уж там чаще затопляет, и река их оттачивает больше, чем здесь. Как хорошо. Журчит приятно, да? Прекрасная никого. Вот, а я уже пошла назад. Сейчас пройдем немного там по реке. Не будем уж нарушать сегодня традицию. Вот, нашла две каменюки, каких еще больших. Потащу в руках, мне уже места нет. Там полно камней набрала. Ну, как полно, там четыре. У меня сумочка-то маленькая для телефона. Вот. Сейчас вот этот островок пройдем, а потом вон ту водичку пройдем и назад домой. А. Вот. Давай, 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 ползи. Отмыться нужно тебе. Земляной собачки. Так, ну что, я тоже пошла. Ой. Вот она, вот она, вот она. Не надо ко мне подходить и смахивать с себя воду. Иди давай.
Сейчас поднимемся на горку и домой. Всем пока. Спасибо, что прогулялись со мной. До новых встреч. Она решила на тех кустах обтереться. Слышишь, видишь? А? Мотает кусты, вытирается. Песка-то нет вытирается. А теперь, конечно, траву. Уша хватит. Ой, ой. Ну что это такое? Все? Насухо вытерлось? Да кто свинтус тут такой? Кто? Хрюкает. Кто хрюкает? Кто хрюкает? Давай выходи, все. А вон средний пляж, там видно. Туда тоже можно пройти по воде, но я не хочу. Вот, все.